Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а что делать, если по нам ударит НАТО? Чего? НАТО, если ударит по нам, что делать? Ничего не делать. Да как по ничего вам никто не делать? Не ударит. По Москве ударит, и что, сидеть ничего не делать? Да. Это у Байдена спросите, у кого, кто там еще, Киссинджер, я не Копенгаген. Не знаю, но она не ударит. А скажите, а вы довольны тем, что в Украине сейчас происходит? Нет, я не буду по телефону это комментировать. А что нам думать, простым жителям? Ну, я тоже простой житель. Так, а я мне... такой же простой. Как и вы. Мне не нравится, что Путин решил за нас. Ну вот задайте ему вопрос. Давайте его свергнем. Я не буду с вами в таком тоне разговаривать. Но вы довольны тем, что Путин развязал войну в Украине? Извините, не могу сказать. Вы не патриот? Вы что хотите-то? Я хочу узнать, что мне думать. Я патриот. Мне радоваться за то, что войну развязал Путин или нет? Не знаю, это ваше личное мнение. Ну так вот, мне не нравится, что Путин без моего мнения развязал войну. Ну, очень хорошо, что вам не нравится. Звоните Путину. Давайте его свергнем. Не надо его свергать. Мне очень стыдно за Российскую Федерацию, за то, что она агрессор. Это не ко мне, понимаете? Напишите так, а вы сами довольны тем, что война началась? Нет, я, конечно, недоволен, я против войны. Почему Российская Федерация напала на суверенное независимое государство? Почему-то она напала. Она не напала, она защищала мирных граждан. Она напала. Луганская, Донецкая. Причем тут Луганская? Кто взял и... А дипломатического у нас уже нету пути решения проблемы, правильно? Ну, наверное, сосед решали. Дипломатически подойти. И ничего не получилось, значит. А если бы Украина напала на Москву, освобождая украиноязычных людей? Ну и что бы было? Резня полная. Понравилось бы такое? Нет. Но они самые первые на нас нападают. Когда? Киев. Когда? Ну как когда? Ну, нападают. Наш мирный поезд. И Путин не пропагандирует войну. Не надо говорить. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Подскажите, пожалуйста, что делать, если по нам НАТО ударит? Ничего не делайте. По вам не ударит, точно. По Москве, если ударит. Не по нам, но по Москве. Да нет. Не достанут. Точно? Точнее не бывает. А если украинцы достанут? Вот украинцы, да, если достанут. Но они уже достали. Достали, так. А вы за военную операцию в Украине? А с какой целью интересуетесь? Да я сам не знаю, что мне делать, как мне думать. Вроде как война началась. Да ладно. Нас это не касается. Почему нас это не касается, если мы агрессоры? Пока. Так мы агрессоры. Ну что поделать? Нас как только не называли. Так мы ж первые напали. Сейчас мы агрессоры. На кого ж мы напали? На Украину. Не на Украину. А на кого? Националистов на Украине. А почему мирные люди гибнут, в том числе и русскоязычные? Ну потому что нацики распоясались, слишком долго стреляли они. По русскоязычным. Вы думаете, как все, что это не на государство напало, а на хунту, которая пришла к власти незаконным путем. Ага. И это надо вылечить. А если бы украинцы на нас напали, избавить от московской, кремлевской незаконной хунты? Да. Это тоже нормально? Избавили бы. Тоже нормально. Все нормально в этой жизни. Ага. Так вам все равно, наверное. Да, совершенно верно. Я хотел сказать, что телефон служебный и не за что. Большое спасибо вам за консультацию. Всего доброго. До свидания.